Роман с молодым каскадером Сергеем Сокольским кардинально изменил актрису Светлану Светличную. Светличная была дамой, крайне любвеобильной, она не стеснялась влезать в пары и уводить мужчин. В Сокольского Светлана влюбилась сразу. Роман был стремительным, но также быстро и закончился. Подноготную этих отношений журналистам раскрыла другая избранница Сергея, художница Светлана Смирнова, с которой каскадер познакомился после расставания с актрисой. У Сергея была невероятно мощная энергетика, которая ее пугала. А затем Светлану стали мучить головные боли. Она их испугалась и рассталась с Сокольским, вспомнила Смирнова. Оба влюбленных тосковали, но воссоединяться не захотели, а 7 лет назад Романа не стало. А сейчас Светличная коротает вечера в одиночестве, изменяя самой себе.